Всем доброго времени суток. Не угадайте, куда я иду. А иду я в бульдозер. Вчера посидел, пообщался с вами в стриме. Опять-таки до конца не понимаю, что меня постоянно ограничивают монетизацию в этих стримах. Вроде ни музыка не играет, в майке сижу. Поэтому я его удалил. Иду как в первый класс. Даже страшновато немного. Я 2 месяца за рулем не сидел. Ну, потихоньку. Заново надо все настраивать. Начиная от мелких денег и разменных купюр. Отдельный привет всяким наносовым комментаторам. Кто меня смотрит, тот меня уже, наверное, последнее время в плане работы, если работы, то каким-то тунеядцем меня назвать было не совсем правильно. Всем хорошего настроения. Авиакомпания «Бульдозер» приветствует вас на борту флагмана. Ваша улыбка важна для нас. Ну и посмотрим еще. Может, я опять превратился в Руслана. Работаем. Ну и так, в дополнение, чтобы уже это видео было хотя бы более-менее. В марте мы сюда шли. Деревья были еще без листьев, а сейчас уже наступает золотая осень в городе Бресте. Ту-ту-ту. Успели. Я сам тут не был 2 месяца. Шум стоит.